конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру, Сизова Ирина, 11 лет, село Поликаша, Тетюшского района, Республики Татарстан. Рамазанов Гелендар, с Новым годом! Вьется ветер белой птицей, будоражит снег снежок. Он в окно мое стучится, с Новым годом, мой дружок. К нам в зеленом одеянии гостья из лесу пришла, шумное зверят собрание за собою привела. Вот она зеленой челкой, елка, в нашем доме елка, значит, это Новый год. Каждый дом он свет приносит, у него подарков пост. Те подарки преподносят с прибауткой Дед Мороз. Весело поем, играем, нам сейчас грустить нельзя. Всех друзей своих поздравим, с Новым годом вас, друзья!